Валентина, я тебе дуже-дуже кохаю. Ти для мене все. Юрик, я тебе люблю. Ти мене любиш? Да. Я люблю тебя. Я тоже. Маму свою очень сильно люблю, конечно. Больше всех на свете я ее люблю. Я тебя очень сильно люблю. Очень-очень сильно люблю тебя. Да, я уже 23 года замужем. И все еще хочу признаться в любви. Любовь? Да. Ну, это все, это самое главное, для чего человек живет на земле. Любовь – это все. Дети – это же воплощение любви живое. Это потому что я люблю с мамой кушать по стелу. Это же многогранное чувство, это которое… Это я, наверное. Наверное, надо его испытывать вообще по жизни, ко всем. Ко всему, к миру нашему. Банально в кафе, в студенческие годы. Да, так что всем желаю счастья, любви. На танцах. В ДК суднобудівників. Ну, знаете, вот так. Вот глаз. Это мне мой ангел охорони сказал. Вот так, ну, глазок, вот. Я ее просто увидел, она мне понравилась. Потом где-то через год мы начали встречаться. Вона мені сподобалась, ну і я їй також. Ну, потім вже, так сказати, ну, і за 3 місяці чи 4 ми згуляли весілля. Ну, дай Бог. Вона завжди мене розуміє, завжди. Тобто в будь-якій ситуації вона мене завжди розуміє, як би там ні було.